Всем привет, меня зовут Софа, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вам показать мой макияж. Я не буду описывать все ходы и ходы детально, я думаю, вы сами видите. Кстати, я извиняюсь за зеркало. Пальцем я убираю пигмент, который, скажем так, дошел до брови. Также делаю тушевку более мягкой. Ну и прорисовываю нижнее веко. Дальше наношу мусс, чтобы шиммер выглядел, скажем так, ярче. Кстати, извиняюсь за то, что они у меня не близнецы и даже не сестры. Это не моя вина, это их вина. Так что все вопросы к ним. Вот так я сделаю себе образ строгой тетки. И немножко наверх зачесываю брови, так как они потом все равно опустятся. Зеленый пигмент на красноту. И желтый пигмент под глазки. Наношу тональник. Я думаю, что он совсем справится. Но, к сожалению, это всего лишь мысли, всего лишь надежда, которая потом умрет. Немного спойлера. Наношу второй раз, но уже смешиваю с праймером, чтобы мне было легче растушевывать и тоналки было больше, так как она у меня заканчивается. Немножко подтушевываю тени опять, куда залезла тоналка. Теперь беру пудру и все это закрепляю. Дальше на руку буду наносить темный консилер и делать контуринг. Кстати, советую вам сначала наносить на руку, а потом, скажем так, на лицо. Так, мне кажется, контуринг будет более нежным и аккуратным. Ну и под губу, чтобы ее зрительно увеличить. Наношу персиковые тени. Немножко их потушевываю. Наношу розовые тени, чтобы освежиться. Ну ладно, я буду уходить и оставляю вас и мое красивое изображение с помадой. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал и всем до скорой встречи.